Поехали? Да, давайте. Теперь у жителей Владивостока появилось место для неформальных встреч и проведения различных мероприятий. Центр досуга для людей старшего возраста «Здорово живешь» начал свою работу в столице Приморья. Инициатором создания центра выступил Фонд социально-общественного развития «Наш район». А реализовать проект помогли администрация города и представители социально-ответственного бизнеса. Владивосток вам немножечко счастливее в ваших глазах, то, что у вас появилось такое место. Ну, это хороший праздник, а самое главное, должен появиться в каждом районе. В центре досуга для людей старшего возраста будут проводить различные мастер-классы, фитнес-зарядки, обучающие семинары, литературные чтения. В планах открыть компьютерный класс. И все помещения вот просто так спланированы, что замечательно. Первое помещение у нас там будет присутствовать юрист, будет давать юридические консультации. Вот там будет компьютерное, обучать будем грамоте. Ощущение счастья непередаваемого, ощущение единства с моими коллегами, потому что мы давно хотели встречаться вот в такой неформальной обстановке. Центр досуга для людей старшего возраста «Здорово живешь» по адресу улица Тухачевского, 48, работает бесплатно для всех жителей Владивостока. Дмитрий Беломестнов, новости на Восьмом.